Привет, зрители моего канала. Сегодня хотел бы снять обзор квартиры, которую я снимаю. Квартира малосемейного типа, 20 или 22 квадратных метра. Начнем с комнаты. Вот такая вот маленькая комнатушка. Вот с коридора заходим в комнату. Сразу нас встречает большой стул. Здесь у меня вещи мои лежат. Также здесь есть вот таких вот два шкафа. Ну, ничего там особо не храню, тут вот висят какие-то вещи, там рюкзак стоит, сумка. Дальше телевизор. Телевизор рабочий, но нету антенны, поэтому телевизор не смотрю. Полочки различные, стул есть такой вот, кровать. Кровать, в принципе, таких вот состоит из трех ортопедических матрасов. Спать очень твердо, конечно, но что поделать. И такое вот большое окно на всю комнату. Дальше идем в санузел. Здесь вот такой вот совмещенный санузел. Здесь у нас унитаз. Здесь у нас рукомойник. И вот такая вот маленькая ванна. В принципе, помыться можно. А что еще больше для жизни надо? Ну и, конечно же, кухня. Ваша всеми любимая кухня. Заходим на кухню. Вот такая вот маленькая кухонька. Наверное, 2,5 на 2,5. Здесь у нас вот сразу нас встречает такой вот стол, два стула имеется, холодильник, куда продукты складываю, чтобы ничего с ними не стало. Дальше стиральная машинка, газовая печка, немножко уже засранная посуда, как некоторые пишут, доисторическая, хотя вроде бы вот сковородка куплена в эпицентре совсем недавно, новая тарелка, ну да, это мисочка старая, ну а что поделать. Ну вот еще, да, кастрюлька тоже алюминиевая, ну да, люди пользуются еще и таким. Ну и, конечно же, рукомойничек. Тут у нас вот тоже посуда, здесь вот у меня там всякие средства от клопов стоят, потому что клопов в квартире было много, пришлось уводить. Тут моющее, подсолнечное масло. Здесь вот этот вот мой шкафчик с моими запасами еды на месяц. Крупы там различные, печеньки, сахар, там мука, еще что-то там тоже есть. Вот. Вот, вот, да, вот здесь вот у меня такая полочка. Тут у меня чай стоит, какао, кофе, приправы различные. Ну, ребят, вот такая вот квартирка, такой вот обзор такой вот квартирки, в принципе. Ну, а что поделать? Да, я согласен, это, конечно же, вам не люксовое жилье, но как за те деньги, которые я снимаю, как мне сказали, это, ну, даже я сам спрашивал, это еще очень даже ничего. Так, ребят, всем спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Всем пока.